Антиковидные рейды в Твери продолжаются. Сейчас на соблюдение масочного режима и санитарно-эпидемиологических норм проверяют автобусы, кафе, рестораны, фитнес-центры, а также торговые центры. В этот вторник сотрудники Роспотребнадзора провели рейд в торговом центре «Пирамида», расположенном на проспекте Чайковского. Подробности у Натальи Чекет. Сотрудники ведомства заходят в первую торговую точку. Вопросы, уже ставшие привычными, ведется ли журнал учета термометрии сотрудников, какими средствами проводится обработка помещений. Инспекторы проверили правильность заполнения этих журналов, запас дезинфицирующих средств и медицинских масок. Каким образом у вас дезинфекция проводится, какими веществами? На каждом складе стоят у нас для средства, для обработки рук, также на ресепшене. Во всех магазинах, где побывали инспекторы, имелась социальная разметка для соблюдения дистанции. Дальше сотрудники Роспотребнадзора отправились в крупную сеть фастфуда. Каждый день ее посещают десятки человек. При входе всем сразу измерили температуру. В свою очередь специалисты узнали у администрации общепита, ведется ли термометрия сотрудников. Скажите, пожалуйста, у вас ведется термометрия сотрудников? Да, вот на данный момент, когда вы заходили, у нас сотрудник стоит уже, измеряет температуру, выдает маски. Можно посмотреть журнальчик с записями примерно с прошлой недели? Перед выходом на работу? Перед выходом меряется температура, измеряется сотрудник. Да, вот тут отмечается все. Также сотрудники точки общественного питания работают в масках и имеется необходимый запас дезинфицирующих средств. По словам специалистов ведомства, большинство предпринимателей соблюдают установленные нормы, но иногда встречаются и нарушители. Такие рейды Роспотребнадзор проводит во всех районах Твери. Нарушения сегодня не были установлены. Юридические лица в основном исполняют добросовестно все рекомендации Роспотребнадзора и санитарные правила. И бывают случаи, когда выявляются нарушения, в ходе чего составляется протокол об административном правонарушении по статье 6.3, часть 2. Специалисты отмечают, что коронавирус все еще не отступает, поэтому необходимо не забывать о средствах индивидуальной защиты. А единственный способ избежать тяжелого течения заболевания или летального исхода – это вакцинироваться. Вакцина-профилактика новой коронавирусной инфекции в настоящее время в регионе доступна абсолютно всем, абсолютно в любом уголке нашей Тверской области. Все медорганизации задействованы в вакцинопрофилактике. У нас сейчас активно работают мобильные выездные бригады, есть мобильные комплексы, которые у нас по графику стоят у торговых центров в наиболее активных среди граждан точках города. В Верхневолжье в период нерабочих дней пункты вакцинации работают в обычном режиме.